Вообще трудно было, конечно, учиться в школе, за Мартой ухаживать. Точно. Приходилось много читать всякой литературы по животноводству. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Посетители нашей выставки просят, чтобы вы сказали несколько слов. Наш путь на выставку нелегок. Посетители нашей выставки интересуются, как зовут вашу рекордистку. Нашу корову зовут Мартой. Очень. Уникальное животное. Наша радость. Наши бессонные ночи. Скажите, посетители интересуются, как вы добились таких высоких результатов? А как мы этого добились? А! Едут! 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 Товарищи! Товарищи! Слушайте меня! Побелить заборы! Повесить занавески в конторе и в телятнике! Помыть и почистить коров! Свиней не забыть! По местам, товарищи, полное спокойствие соблюдать! Сукин! Что случилось? Что за паника? Обратно! Обратно! Вперед! Спокойнее! Порядок будет! Приезжает комиссия. Учтите, крупного значения. Коров почистить, покормить, подготовить к этой, к экспозиции. Что это? Что это? Что это? Это же Марта! Родители? А помните, у нас была баронесса? Я всегда говорил, что от гнилой буржуазии ничего путного не получится. На мясокомбинат. Она же молодая, Василий Никодымович. Выполняйте. Но она же болела. Выполняйте. Нельзя ее на мясокомбинат. Да? Да. Почему же нельзя? Потому что от баронессы всегда были хорошие коровы. И стельные, если хотите знать. Стельные. Да. И вы не правы. Вы кого здесь готовите? Невест? Или коров-рекордисток? На мясокомбинат. Все. Трофим! Что, Василий Николаевич? Спускай буренку на землю. Привет! Из совхоза «Заря». Ага. Одна корова. Что? Не корова, а клад. Вот это она и есть. Вы напрасно меня считаете этим самым. То есть? А что то есть? На вашей корове мяса не больше, чем на любой одежной щетке. Ах так? Тогда поговорим, где надо. Между прочим, от разговоров мясо не прибавляется. При воспитании скотины мы не исходили из принципа физического превосходства. А-а-а. Василий Никодымович, вот так!
Куда? Такси! Какой тебе дорогой? Просить тебя слышно. Тут корова от рук отбилась, не видали? Вон туда пошла. Ваша. Моя. А, давай, садись. Выгрузим ее здесь. Пускай с ней повозится в третьем отделении. А мы ее по акту спишем. Василий Николаевич, жалко же. Марта от баронессы. Открывай борта. Стульчиков. Машина! Это же Люся Прокопенко. Ну зачем ты ее к нам ведешь? Ну пусть она нас немножечко побудет. А ведь когда хозяин отыщется, он ведь нам еще спасибо скажет. Люсенька, тут вот какое дело, понимаешь? Не сегодня-завтра к нам комиссия пожалует. А ты эту страшную корову притащила. Она ведь нам всю биографию испортит. Люсенька, Люсенька, милая, ты меня понимаешь? Понимаю. Ну вот и молодец, умница. Я ее откормлю, можно? Боже мой! Ну зачем нам чужую корову кормить? Бог с ней! Люсенька, Люсенька, а где ты ее встретила? У развилки трех дорог. У развилки трех дорог? Ясно. Что ясно? А, дырокол. Аппарат? Дырокола. Вася, Иван говорит, слушай, друг, тут ко мне коровка приблудилась, не твоя ли? Вася, Вася, не показать такую красавицу комиссии, просто преступление. О какой комиссии ты говоришь? Да? О, черт, я ничего ни сном, ни духом не слышал. Спасибо, что предупредил. А насчет коровы Ваня тут ошибочка вышла. Мои все дома. До одной, да. Как всегда. Хорошо. Хорошо. Ну, будь здоров. Будь здоров, Вася. Thank you.
дояркам, пастухам, подпаскам и лицам, имеющим отношение к живой тягловой силе первого отделения совхоза «Заря», а также школьникам. Как школьникам? Так школьникам. Приказываю тем, кто увидит корову масти... А гнедой с белыми пятнами на боках? С белыми пятнами на боках. С территории совхоза изгонять. Изгонять? Всячески изгонять. Слишком. Люся! Здрасте. Здрасте. Люся, ты опять этот шкелет привела? Емельян Иванович, я нашла у развилки, и вымя у нее хорошее. Люся, а что ты в выме понимаешь? А на школе учили. Послушай, девочка, пойди сюда. Ну. А не говорили тебе в школе, что в животноводстве, как и в медицине, чудес не бывает? Вот доказательство. Музыка есть? Ну. Молока нет? И не будет. Я прошу тебя, я прошу тебя, уведи ее куда-нибудь подальше, чтобы я это вымя больше не видел. Не видать. Короче говоря, приказ Дракула читали? Читали. Прорабатывали? Прорабатывали. Не пропускать ни живую, ни мертвую, ясно? Ясно. Я поехал давать указания 7-му классу Б. Газет свежий не приносили? Под подушку положила. Слушайте нас, уважаемый Дракул Василий Никодимович. По вашей заявке мы передаем танец маленьких лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро». Специально? Пускай Иван Калена знает, что я разбираюсь не только в животноводстве, но и в симфонии. А почему про лебедей? Лебедь ведь тоже птица, значит, имеет прямое отношение к животноводству. Эх.
а я. Она. Моя. Она. Моя. Она. Ваша. Моя. Она. Вася, что с тобой, Вася? Моя. Она. Она. Кто она? Она. Полюбуйтесь, почитайте. Мы вас предупреждали, предупреждали. Что вы меня предупреждали? Что вы меня предупреждали? Знаете, вас, почитайте. Читайте, читайте. Таких надоев молока, каких достигла ученица 9 класса Люся Прокопенко, в районе еще не знали. А, в районе не знали. Девочка, букварище читает, а у вас из-под носа увела, можно сказать, самую выдающуюся рекордсменку. Если бы это видела баронесса бы... Да, баронесса! Я... Идите работать. Мне третье отделение. Ваня, здравствуй, Ваня. Это Дракол говорит. Поздравляю тебя, Иван Емельянович, поздравляю. Вася, а я ведь тут ни при чем. Ты Люсю поздравь. Это ее работа. Ваня, а ведь коровка-то моя. Так что ты давай по-соседски. Верни ее по-хорошему. Василий Никодимович, а ведь твои все дома, ты сам говорил. Ну, дома или нет, а коровенку ты мне вернешь. Коровенку я у тебя заберу. Попробуй. Вот увидишь колено. Засек! Ага. Да не туда! Ага! Юго-западней! Ага! Мотовиловку пройдем рысью. Ясно? Но! Ну же! Здравствуй, девочка. Здрасте. Здравствуйте. Учишься? Учусь. Хорошо учишь? Хорошо. Это вот тебе. Это тебе. Мне? Век живи, век учись. Скажи, девочка, а ты хотела бы учиться в новой двухэтажной школе? А где это? Да у нас, в первом отделении. А у меня еще бабушка есть. А мы ее звеньевой устроим. Что вы? Она у меня старенькая. Да? Да. Так мы ей пенсию определим. Василий Никодимович! Ну? Колен на горизонте! Да? Северо-западе Черепаново! А? По кобылам! По кобылам! Война! Война! Но! 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 Ну! Держись ближе к лесу! Хорошо! Все ясно. Был серый волк, подарил красной шапочке игрушки. Кончились. Кончились те времена, когда можно было приписывать себе чужое и ходить выпятив грудь кандибобером. Вася, Вась, я всю жизнь уважал вас за самокритику. Вася. Вася, дайте прикурить. Пожалуйста. Ну что, пошли?
Пошли. Два с половиной? Два с половиной. Уйди, дороги, того закон. Тарарирарара, тара... Девять. Уйди, тарирарарира... Полтора метра. Полтора метра. Уйди, с дороги, таков закон. Прошу обратить внимание, это самая родинка, о которой я упоминал. Пожалуйста. А как мы этого добились? А, уход, можно сказать, отеческие забота, режим. А самое главное, это научное питание. Желаю вам творческих успехов. До свидания. Будьте здоровы, будьте здоровы. Фу, здравствуйте. Здравствуйте. Вам телегранки молнии. Полено кто? Колено. Пожалуйста, распишитесь. Дарма. Дыракол. Пожалуйста, Дыракол, распишитесь.